Вот этим я никогда не занимался, никогда не работал с электричеством. Ну вот, смотрите, как я собираюсь. В общем, мои два мощнейших накопителя. Этот у меня уже почти заполнен. Этот купил точно такой же. А вот это моя подруга, с которой был, наверное, 2 или 3 месяца. «Призрак дома на холме». Я ездил его читать на холм у Переславля-Залесского, к Плещееву озеру. Ножнички надо будет положить в футляр. Это священный текст бельгийца Изаи. Смотрите. И я это изучил, друзья. Изучил здесь каждую черточку. И я этим горжусь. Вот его портрет. Это колдовское произведение для скрипки. 6 сонат. Я считаю, что абсолютно гениальных. Абсолютно обогативших этот необыкновенный и неприступный инструмент. Ну, здесь что? Это у нас жидкая льняная кашка. Это куриный бульон. Это всякие ягодки с огорода. Пустые чашки. Панкреатин. Ну, все увидите, мой друг. А большой вентилятор у меня уже в машине. А вот эту банку от конфет, я уже говорю, я приспособил под все пасочки, как называет их Антон Птушкин, под зарядное устройство. Камера заряжается. На улице вечереет. Я пью вот лукойловский кофе, американо 300. Хотите сказать, что он просидел там 4 дня и умер от жажды? Вот этот мужик похож на моего деда по папиной линии. Удивительно, когда в разных странах попадаются не просто похожие типажи, а иногда и двойники. Классный фильм. В том переводе я аж добыл этот «Дрожь земли» в переводе моего детства.